Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я покажу вам одно интересное устройство, которое, на мой взгляд, достаточно креативное и несложно в изготовлении, а также оно подойдет практически каждому. Thank you.
Ну что ж, ребятки, наша самоделка креативная уже готова. И мы видим, что у нас получился прикольный креативный трансформер-подставка под горячее. Допустим, вам надо подставить свой чайничек или какую-то там кружку, да, то есть она может изменять размер. Если мы внутри оставляем эти лепестки, то тогда мы можем ставить маленькие предметы. Если мы их выбрасываем за кольцо, то, соответственно, мы можем уже поставить большой чайник. Пишите свои комменты. Если понравился видосик, конечно же, подписывайтесь, оставайтесь с нами.